Сорт томата «Банановые ноги». Этот сорт из Швеции, раннеспелый, вкус низкорослый до 60 см. Очень красивый сорт с многочисленными ветвями стеблями. Плоды вот такие вот сосульки желтого цвета с полосками-штрихами по всей длине плода. И вот такие вот интересные острые носики у этого плода. Плоды весом до 120 грамм. Сначала плоды зеленые, а при полном созревании желтые с перламутровым блеском. Очень красивые. Можно выращивать этот сорт также в ампельной форме. Сорт подходит для выращивания и в открытом грунте, и в теплицах. В разрезе томат трехкамерный, очень толстостенный, мясистый, поэтому сорт идеально подходит для засолки и консервации, так как томаты не разваливаются, не разлазятся. Сорт очень урожайный и устойчивый к основным томатным заболеваниям. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.